Блин, ну я теперь... у вас у всех, блядь, такие эти, блядь, шлемы, блядь. А мы крутые. Ну, просто ты картофель копал. Мы просто кроволуков не берем. Мы просто кроволуков не берем, действительно. 7 человек. Кто еще помимо нас? Зизи. Так, на шестеро. Я в лавках. Холод еще с нами. Ты охуел. Это гуситы, что ли? Да, это гуситы. Бля, гуситы потные. Гуситы и егерь-корпс. Но под такую песню не факт. Целки тру, зря слез не лей. Забудь про свой любимый дом. Только тут станешь Травы плюс берут. Мужику. Ты боец, должен быть как тайфун опасен. Ты неукротим, как лесной пожар, ты боец. Уже парень в бою прекрасен. Никто отразить не сможет. Ой, удар. Мишенический удар. Вот эта музыка, я понимаю, блять. Hey, listen. Ага, пункту 3D. Держать оборону. Чё, Зизи, не рыбное место сегодня? По коням, в атаку, в бой на сухим. Блять, сука, ебучий комар, сука, он летает, и его просто... А у меня руки заняты, блять. Догнать, порвать и сожрать. Люди, я только что зубами комара съел, блять. Ага. Заход в хуйню. Угу. Поехали. Суки, в ад! Ну, сука, погнали, бля. Кого да, это второй раз проиграть, Когор? Не знаю, у меня на памяти, по-моему, такого не было. Если у меня... Гуситы какие-то, кто такие? Это гуситы, что ли? Да, это гуситы. Бля, гуситы потные. Гуситы и егерь-корпс. Но под такую песню не факт. Целки тру, зря слез не лей. Забудь про свой любимый дом. Только тут станешь ты. Правы плюс берут. Ты боец. Должен быть как тайфун опасен. Ты неукротим как лесной пожар, ты боец. Нужен парень в бою прекрасен. Никто отразить не сможет твой удар. Мишемический удар. Я не понимаю, они реально не понимают, что им не пробить когорт. Где они уже все?
не попил. 11, он еще. Просто отцовского леща выдал. Что? Они все сдохли. Я уже даже научился не вставать с коня перед атакой. Что-то, ребята, совсем меня огорчает. Все, ждем опять. Будет, не будет? Да, да будет. А, так что хуя времени. 10 минут сох. Кроволуки тащат. Кроволуки, запомните. Не, я тебе не верю. А, это он брокенный, блять, больно. Deal is deal. А, это он брокенный, блять, больно. А они суд, блядь. Они стоят в шестером, они блядь, дрочат. Они суд, они реально в воротах просто, они не заходят даже в туннель воротный. Они стоят перед ним, выставили дистанционные отряды и ждут. Я не знаю чего даже, блядь. We'll be right back.
Почему так? Не, блять, в золотой тир надо переводить берсерков, это пизда, а не имбовы. Ага, молот проскакал, поэтому отряд берсерков, даже без поддержки, на изи вырезает пабезы. Вот сейчас на моих глазах. Дел сделал. Так, все садимся в кучу Йоши мобили, погнали. Нам надо в новую. Мы должны их надрать за то, что они меня тут возле города приняли. Сука, что за уёбок, блять, это опять что ли эта хуйня играет? Целкий трус, зря слез не лей. Забудь про свой любимый дом. Только тут станешь правый плюс берут. Мужику. Ты боец, должен быть как тайфун опасен. Ты неукротим, как лесной пожар, ты боец. Нужен парень в бою прекрасен. Никто отразить не сможет твой удар. Нешимический удар. Thank you.
их, видишь, мы их здесь держим, видимо, блядь. Ну, правда, потому что 9 стен рядом находится. Палатка взята у нас уже, да? Ну, походу, сейчас да. Отбили! Отбили, блядь! Нихуя себе! Сейчас, все, поехали. Весело, если они у нас отжали эту деревню, мы их у них не отожмем обратно. Оказывается, Когорта может побеждать в атаке. Что?